слышно? Я бишкекчанка. Вообще, конечно, я добрый, душевный человек, правильный, ответственный, честный, но бываю и стервой. Клади сюда руку, да, и гляни, что ты будешь говорить в моей передаче правду, только правду. Клянусь всем, что есть в этой косметичке, слава богу, я не все взяла, чтобы говорить только правду, правда и ничего, кроме правды. Все отлично, все супер. Как бы ты хотела, чтобы тебя представили? Ну, наверное, мы все-таки просто Джамой. Просто Мария. Свой цвет волос какой? Блондинка. Нет, вот корни выдают. Темно-коричневые волосы. И у меня от природы светлые брови. Я такая не кыргызка-кыргызка, там с черными глазками, черными бровками, чтобы можно было сказать, ну вот она естественная, да. Родители сильно загружали именно в плане учебы, образования. То есть я ходила на скрипку в Шубинку. До 4 класса я как бы старалась не отличаться от людей, чтобы меня не замечали, чтобы меня не трогали. Не хотела, чтобы меня беспокоили или меня заметили. И вот в 5 классе я перешла эту грань и стала другим человеком. Так как многие преподаватели были евреи, с моих уст евреи звучит как самые умные люди, образованные. Потому что, да, на самом деле я очень благодарна своим преподавателям, учителям. Каким своим главным достижением ты считаешь на сегодняшний день? Ну, я, наверное, буду банальной, но все-таки то, что год я отучилась в Испании, как бы я еще и получала за это деньги, я выиграла здесь грант сама. Я уважаю таких людей, которые не рождены со всеми этими способностями, а которые научились подстраиваться под этот мир и нашли выход, как вот эти вот минусы превратить в плюсы. Если, девочка, ты в 5 классе и ты не очень красивая, как ты сама считаешь, или как считают твои друзья, может быть, какие-то завистливые родственники, можешь плюнуть им в лицо. Это совет от Джамиля Сагулова. Да, потому что ты индивидуальна. Ты не такая, как все. Ну, вообще, девушки часто обращаются с вопросами в директ, пишут, вот я хочу стать моделью, как мне это сделать? Если бы моя сестренка хотела бы стать моделью, я бы, наверное, уберегла ее от этого, потому что это очень много нервов, это очень много негатива в твою сторону, это постоянные слухи и сплетни. А если у тебя недостаточно сильный характер, чтобы справиться с этим, то, ну, эта профессия не для тебя. В короткой форме. Что нужно делать, чего не нужно делать? Ну, нельзя ни в коем случае ломаться. Я не в этом смысле. Но я ломаюсь. Феминизм, сейчас очень много вопросов. Это меня и напрягает. Я веду к тому, что если женщины не будут харить сами же женщин, то мужчины будут делать это реже. А сейчас, когда женщина не может чувствовать поддержки даже среди своих же, среди женщин, то, естественно, все мужики там говорят, все женщины такие, все модели испорченные. Но секрет счастья, когда у меня депрессия или стресс,
Я не могу позволить себе там покупать шубки или каждый раз там новое золото, бриллиантики. Зато я могу менять цвет помады. Я могу купить новую помадку, и все, знаешь, жизнь становится ярче, прекраснее. Иначе вот почему на страницах, где там парень с голым торсом, ты никогда не увидишь там шлюха? Я думала, что я хотела поделиться своим счастьем, я хотела показать, как я круто отдыхаю там где-то на Канарах, такая вся ничёшка в купальнике. А потом я понимаю, что не все могут понять это так, как я хочу. Пойду-ка я поменять цвет волос. Никогда не слышал, что если мужик психоз, он обычно: алло, пойдем бухать, пойдем. Ну, это крайняя стадия, и то обычно, даже если пойдешь побухать, на следующий день проблема никуда не исчезает, она есть. Вот самое главное в жизни для тебя что? Это счастье. Ну, я понимаю, что счастье – это миг. Просто есть люди, которые не видят этого, даже когда он счастлив, человек там плохо, негативно настроенный, пессимист, так скажем, он не видит своего счастья, не замечает. И он постоянно жалуется: вот, мол, я несчастлив, у меня такая жизнь, такая жена, там. Слушай, ну вот еще классический вопрос красивым девушкам. Что ты из книг, вообще из произведений прочла и когда это было? Так как я была, скажем так, задроткой в школе, то школьную программу я прочитала всю. С того, что я потом читала... Вот последнее. Вчера ты что-нибудь читала? Вчера нет. Позавчера. Позавчера я смотрела ролики в YouTube. Позавчера я читала. А что читала? Я читала 48 законов власти. Ну, да, довольно-таки сложная книга. Кого ты считаешь инстазвездой? Ну, как сказать? Есть как бы очевидная инстазвезда Айджана Семова, да? Но я на нее не подписана. Ну, ни для кого не секрет, что Инстаграм сейчас очень удобен для людей, которые превратили это уже в дело, да, там, в какой-то бизнес. Покажи вот свое выражение лица, когда ты стерва. И вот... Переиграла. Спасибо большое. Никаких официозов, как есть, как вставили. И все. До свидания.